Здравствуйте, друзья! Давайте быстро пробежимся по новому ICO. Проект, который сегодня у нас на обзоре, выделяется из всех новых ICO высоким рейтингом, который ему присвоили мировые анализаторы. Поставив данному ICO высокие оценки, анализаторы просто не оставили шансов проекту остаться незамеченным. Вот и я не смог пройти мимо его. Только попав на сайт проекта, можно заметить white paper, над которым изрядно поработала команда. Расписав в нем все тонкости и плюсы проекта, до мелочей, и дав ответ, наверное, на любой вопрос, который может у вас возникнуть. Тем самым во много раз облегчив работу инвесторов. Если вы решите остановиться на этом проекте, советую начать изучение именно с white paper, тем более, что он уже переведен на несколько языков, что очень облегчает работу с ним. Также заметил очень интересную информацию в разделе Allocation. Хорошая часть всех собранных средств пойдет на дальнейшую рекламу после ICO. А это означает, что у проекта будут постоянно добавляться новые участники, что в любом случае скажется положительно, как на развитии проекта в целом, так и на стоимости токена. Ведь после проведения ICO его можно будет купить только у инвесторов, которые проинвестировали свои средства на ранних этапах. Данный проект является довольно перспективным на рынке блокчейн-технологий. У него есть все необходимые для развития компоненты. На протяжении всего времени, от идеи создания до теперешнего времени, данный проект демонстрирует свой стабильный рост и постоянное улучшение. И это все заслуга опытной команды разработчиков, которых также высоко оценили эксперты. Возможно, как раз команда проекта и стала одним из ключевых преимуществ, за что проект получил такие высокие оценки. Ведь без грамотной и компетентной команды точно ничего бы не получилось. Именно команда является тем двигателем, который движет проект. Конечно, есть еще множество факторов, которые влияют на проект. Правильно составленный бизнес-план, грамотный подбор технических специалистов, уникальность продуктов, правильное распределение средств на этапе ICO и после его, и десятки других факторов. В придачу к этому нужно добавить кучу пунктов, которые должен соответствовать проект, чтобы стать действительно великим и успешным. Но все начинается именно с команды, из того, как она видит развитие проекта в целом. И как мы знаем, команда может состоять не из самых лучших специалистов на рынке. Главное, чтобы была слаженность и командная работа. И в этом проекте она есть. Хотите в этом убедиться? Почитайте white paper или зайдите в Twitter компании. Я думаю, у проекта большое будущее, так что советую задуматься над инвестированием в это ICO. До встречи в новых обзорах. Пока.